русской кухни «Ярушник». Безмерно рады мы приветствовать всех на гостеприимной Сипычевской земле. Любуйтесь синевою неба среди кучевых облаков и ощущайте вкус нашего хлеба. Да, у крестьян он таков. Он всем нам дороже напитка любого из дальних всех стран. В нем русская наша улыбка. Он в дар, не иначе нам дан. В нем прелесть и мягкость и нежность. В нем все ароматы земли. Живет в нем пахучесть и свежесть, как только с печи извлекли. Пускай синева всего неба пьянит нас и радует глаз. Вкуснее нет русского хлеба. И мы угостим их всех вас. При поддержке Дома народного творчества «Губерния», при поддержке Министерства культуры Пермского края, администрации Верещагинского муниципального района, администрации Сипычевского сельского поселения. Приглашаю на сцену, конечно, главу нашего поселения Александра Николаевича Федосеева. Александр Николаевич, пожалуйста, проходите на сцену. Народного творчества «Губерния» Наталья Григорьевна Кожанова. Первый заместитель главы Верещагинского муниципального района, наш дорогой друг Юрий Георгиевич Ильенко сегодня приехал к нам. Проходите вперед, ведь надо, чтобы вас все увидели таких красивых, почетных гостей. У нас таких еще не бывало. Мы очень рады видеть вас на нашей родной, любимой Сипычевской земле. Сегодня у нас проходит фестиваль. И несмотря на эту ужасную погоду, несмотря на то, что вы ехали через Верещагино, где сегодня масштабно празднуется 95-летие Верещагинского района, вы проехали транзитом и приехали в Сепич. За это вам отдельное большое спасибо и низкий поклон. Всех с праздником! Всем желаем хорошего отдыха, зарядиться нашей сипычевской энергетикой, отведать наших вкусных крестьянских блюд. Хорошего отдыха. Спасибо за внимание. Такие места сбора нашего с вами, сбора нашей памяти, они очень важны сегодня и для нас с вами, и для поколений, которые идут за нами. Посмотрите, сколько детей, молодежи здесь сегодня. Вот именно для них такие мероприятия должны стать знаковыми. Фестиваль «Ярушник» входит в тот венок фестивалей, который называется 59 фестивалей 59-го региона. Отрадно, что Министерство культуры поддерживает наши проекты и наши фестивали. Это значит, что такие мероприятия не безразличны и людям, которые занимаются управлением нашего края. И поэтому я с радостью поздравляю вас, надеюсь, что вы не будете забывать свои традиции, а мы не будем забывать поддерживать традиции, и что мы рука об руку будем дальше сохранять нашу память, культуру. Пусть немножко дождит, пусть немножко гуляют над нами облака, но ведь из дождей и солнца, радости и печали состоит наша с вами жизнь, поэтому с праздником. И я думаю, что и тучи разойдутся от наших песен, от наших улыбок. И всем хорошего настроения, здоровья, богатого урожая и продолжения традиций с праздником. Но главное, что мы все здесь согреты теплом ваших сердец, теплом ваших улыбок и прекрасной русской крестьянской кухней. Хорошего всем дня! Дорогие друзья, позвольте от имени администрации Верещагинского района горячо и сердечно приветствовать всех участников фестиваля, пожелать всем доброго здоровья, отличного настроения. И учитывая, что сегодня Сепыч одновременно празднует свою 354-ю годовщину с рождения, мне очень приятно поздравить почетных граждан и среди них Балашову Ирину Александровну, которая 25 лет отдала труду на должности директора Сыпычевской средней школы. Ирина Александровна, мы просим вас пройти на сцену. И администрация поселения, и администрация района горячо и сердечно вас поздравляют, благодаря за ваш труд, за ваш вклад в развитие образования на Сыпычевской земле. С праздником! Спасибо. Добрый день, дорогие земляки! Сегодня весь Верещагинский район, а это 7 поселений, включая город,
отмечает свое 95-летие. Сегодня большой праздник в городе. И все поселения отличаются своей изюминкой. У всех есть отличительное число, отличительное направление, знак отличительный. И так приятно, что вкусно, по всем, соблюдая все рецепты наших прадедов великих, могут только накормить хозяйки и хозяйства села Сыпыч. И сегодня делегации со всех поселений здесь сегодня присутствуют для того, чтобы окунуться в это большое глубокое наследие, которое сумели из года в год аккумулировать и нам еще показать наши замечательные хозяйки села Сыпыч. И у меня, конечно, сегодня такая праздничная миссия. Я продолжаю миссию Юрия Георгиевича и вручаю букеты. 95 лет району, а 25 лет у нас с вами музею нашего села Сыпыч. Дому народного творчества, дому прекрасной кухни, дому хорошего настроения. Мария Петровна, сколько нужно мне сказать, какой вы дом? Хорошей хозяйки, трепетной наставницы, любимой и почитаемой жительницы. Вот аплодисменты она. Мария Петровна, понимаете? Поздравляю вас с праздником, с юбилеем. Потому что вы для нас самая любимая и красивая легенда, подруга и замечательный человек. Мария Петровна, с праздником вас, с юбилеем вашего детища и с юбилеем района. Руководитель ансамбля народной песни «Верхокамье» Тамара Владимировна Ширинкина. Мы каждый год здесь празднуем, это здорово, это классно. Они у нас супер, Людмила Сергеевна. Вам спасибо огромное. Спасибо всем девчонкам, которые сегодня принимают активное участие. Конечно, это наша культура. Повеселиться, отдохнуть и всем хорошего настроения. Большое спасибо. Спасибо, Мария Петровна. Плясали, постарались от души, хороши наши частушки, но и сами.
Сегодня вас радует удмуртский ансамбль «Поющие сердца». Крюки, руки, крюки, он не кратя, я пляс, а тя я пляс.
сады зеленые, все сады зеленые, все сады зеленые, все сады зеленые, золотые тычки, золотые тычки, золотые тычки, золотые тычки, серебряные шишки, серебряные шишки. Вот пойду я, млада, вот пойду я, млада, с зелен сад гулять, а зелен сад гулять. Нашеплю я, млада, нашеплю я, млада, не любого, не любого. Наварю я, млада, наварю я, млада, пиво я рабова, пиво я рабова. Созову я, млада, созову я, млада, гостя дорогого, гостя дорогого. Гостя дорогого, гостя дорогого, милого своего, милого своего. Перевейся хмелька, перевейся хмелька, на нашу сторонку, на нашу сторонку. У нас на сторонке, у нас на сторонке забавы немало, забавы немало, забавы немало, забавы немало, все сады зеленые, все сады зеленые. Можно поклониться коробкам. Спасибо вам большое за то, что приняли в этом участие.